Всем большой привет! Сегодня хочу вам рассказать о составе косметички за январь от Glamour Bag. Это сервис совместно с Allure Box. Я думаю, что многие слышали, видели, многие, как я вижу, заказывают. Хороший сервис, меня вообще он покорил, честно говоря. Сейчас он, это один из самых любимых моих сервисов. Я внизу оставлю ссылку, где можно посмотреть, подписаться на обновления, да, чтобы всегда быть в курсе. Я видела, что буквально пару дней назад была открыта подписка на Glamour Bag. Плюс была открыта подписка на коробочку к 14 февраля. Она была сразу двойная. И для мужчин, и для женщин. И у нее был известен состав, очень даже неплохой. Так что оставлю внизу ссылочку, может быть, еще что-то можно заказать. Январский Glamour Bag, еще раз повторюсь, он приурочен к тому, что у нас зима, и нужно за собой ухаживать, морозы, что питание нужно для волос, для кожи, для тела. Но морозов у нас вроде нет, на самом деле за окном идет жуткий дождь. Вообще, мне кажется, наш организм уже не понимает, что происходит как таковой зимы. Ну, практически вот лично, как мне кажется, в Москве не было немножко пару дней, но все равно... Погода странная, стресс для организма, мне кажется. У меня лично сохнет все везде. Постоянно мне хочется помазать лицо чем-то, помазать руки, тело. Так что косметичка мне это очень понравилась. Перед вами стоит первый продукт. Это сыворотка с активными ингредиентами, улучшающая тон кожи. В формулу входит какой-то новый ингредиент. Я вообще не могу его прочитать, тут просто набор букв. Этот новый ингредиент отбеливает кожу, корректирует пигментные пятна. В общем, через 2 недели визуально станете моложе, а через 8 уйдут пигментные пятна, и кожа станет более чистой, гладкой, здоровой. В общем, интересное средство. Я уже слышала на него хорошие отзывы, что оно на самом деле хорошо работает. Плюс его стоимость, она купила косметичку, мне кажется, 2 раза. Стоит продукт, ну, заявлено, по крайней мере, что он стоит 1600 рублей. Я, честно говоря, в магазинах не встречала, но я и давно не была в магазинах, так чтобы, знаете, сильно разглядывать что-то. Вот, ну, интересный продукт. Или я, или мама обязательно воспользуемся. Очень здорово. Что следующее у нас в коробочке? Важный продукт, я обожаю такие штучки. Это крем для рук от Dove. Кстати говоря, я буквально, наверное, год назад начала пользоваться средствами для рук. Я раньше не носила вообще ни перчатки, ни варежки зимой, я не мазала руки кремом. Ну, как-то, вы знаете, меня это не особо волновало. А вот последний год я поняла, что у меня все сохнет, и вообще пора бы как бы задуматься об этом. Поэтому теперь... Крем для рук — это неотъемлемая часть моей косметички и всего прочего. В общем, крем для рук — объятия нежности с маслом ши и пряной ванилью. Это полная версия. У него очень приятный такой согревающий аромат. Такая плотненькая, жирная консистенция. То есть на зиму отличный крем. Ну да, жирную пленку он на самом деле не оставляет. Липкости тоже особой у него нет. Ну, буквально, может, первые там полминуточки. Но мне он понравился, очень классный крем. Далее, средство для волос. Смотрите, уже лицо мы увлажнили, руки увлажнили, теперь волосы. Очень красивая упаковка. Вообще, я, честно, тоже не встречала в магазинах, но я не знаю. Многие знают, потому что я фанат подружки, и я как-то... Я очень редко захожу туда, и чтобы я так хожу, все разглядываю. Я уже знаю, зачем я иду. Уже там на сайте что-нибудь выбираю. Поэтому, видимо, поэтому я ничего не замечаю. Масло от Glyscour Million Gloss. Кристальное масло. Придает мерцающий блеск, усиливает сияние волос, создает эффект ламинирования. Очень интересно, все ли на самом деле так будет. Я его пока что еще не успела попробовать. Пользовалась... В последнее время я пользовалась Tony and Guy средством для кончиков, маслом органовым от Hair Vital, кстати, тоже очень хорошее. Ну и разные спреи тут все тоже. В общем, пока не успела, но обязательно воспользуюсь, вам расскажу. Очень интересный продукт, смотрите, такой красивый, прям все сверкает у него.
цвет косметички. Далее, что попадается? Универсальный увлажняющий крем от Nivea. В новом дизайне, я думаю, что тоже в Инстаграме как-то активно показывали вот эти коробочки, было много видов. И даже какое-то мероприятие по этому поводу проходило. Такая маленькая, миленькая баночка, 30 мл. Очень удобно носить с собой. У меня вообще этот крем ассоциируется с бабушкой. Она раньше очень любила им пользоваться. И я помню, что всегда и раньше покупали его. Такая, знаете, ну, это ассоциация у меня из детства. Бабушка вся раньше пользовалась. Тут, значит, изображены Маша и Лёва. А также под крышечкой находится ссылка на интернет-портал со сказками, которая посвящена серии. Что, и сказки? Ой, смотрите, правда? Вот эта ссылка, и там, видимо, вот сказки про Лёву и Машу. Вот, в общем, такой классный дизайн. Я этот крем тоже люблю. У меня, кстати, есть большая баночка. Ну, очень здорово помогает, не знаю, локти мазать, что-то, ну, какие-то сухие участки. Руки, если у вас, ну, совсем беда. Кстати, мне кажется, здорово помазать этим кремом жирненьким, одеть перчаточки, да, как сделать такую маску. Даже не на всю, но я ночью не люблю это держать. Также минут на 20 очень здорово будет. Классный крем. Следующий продукт. Vivienne Sabot тушь Cabaret Premier. Я знаю всеобщую любовь к обычной туши Cabaret, но у меня ее никогда не было. Несколько раз уже была премьер. Я, честно, не в восторге от нее. Мне не хватает объема. Она какие-то очень тоненькие реснички делает. То есть, ну, как-то вот не вау. Я, наверное, подарю кому-то из подружек. Может быть, кому-то подойдет. Но, честно говоря, моей маме тоже не понравилось. И одной из подруг, насколько я помню про эту тушь, мы говорили, ей тоже не понравилось. То есть, ну, я, честно говоря, вот Cabaret я очень хочу попробовать. Потому что, ну, прям там... Ну, все уже сказали, что супер. Но вот премьер, ну, как-то не мой вариант. Но все равно хорошо, тушь для ресниц всегда полезна. Следующий продукт – маска для лица. Я как раз только что выставила в Инстаграме все свои маски, свою коллекцию. Ну, знаете, их то больше, то меньше, то я что-то покупаю, то что-то заканчивается. Но я, на самом деле, последний, наверное, тоже год-два. Ну, вот как стал бум, да, везде, когда стали продавать тканевые маски. Я, конечно, тоже стала фанатом. Безумно люблю ими пользоваться. Особенно, знаете, перед каким-то мероприятием, перед выходом куда-то. Очень удобно как-то все у вас сразу налаживается. Маска от Виленты, имбирь, успокаивает, охлаждает с экстрактом имбиря и мяты. Честно говоря, не припомню, пробовала ли я маски от Виленты, может быть, 1-2 раза, явно немного раз. Но вот будет очень интересно, что же тут такое. Новое лекало написано, интересно. Ой, смотрите, наверное, правда, она вот такая длинненькая, прям на шее. Здорово. Это из фруктовой серии. Тоже полезно. Кстати, все продукты, на самом деле, как заявлено, что за всем мы будем ухаживать, вот так все и происходит. Последний продукт, который хочу вам показать, очень тоже меня заинтересовал, это также Вилента. Это молочко для тела. Гиалуроник Оксид Про. Интенсивное увлажнение. В общем, заявлено, что оно содержит, что у него высокое содержание гиалуроновой кислоты, и увлажняющий комплекс. Нежное молочко гарантирует увлажнение, мягкая кожа. Ну, в общем, все будет здорово у нас. Вот, ну, вот интересно, конечно, что гиалуроновая кислота входит в состав. Где же? Какие-то экстракты. Оливковое масло я вижу. Ну, наверное, есть. Не знаю, тут большой довольно-таки состав. Вот, ну тоже, кстати, от Виленты такого продукта у меня не было. Вообще, как-то для меня марка пока что вот такое закрытая она для меня. Хотя также, кстати, смотрю, что у девчонок много масок, они именно в тюбиках. Очень интересные маски с глиной там. Но мне не встречается. Наверное, в Ашане, мне кажется, представлены. Я не знаю, напишите, если знаете, где можно купить и посмотреть продукцию Вилента. Потому что мне как-то не попадается, поэтому я не покупала.
Вот, такая была косметичка. Мне кажется, ну, очень классная, все полезное. Всем, кроме туши, я буду пользоваться. Ну, просто тушь мне раньше не подошла. Я ее кому-нибудь подарю, может быть, девчонкам понравится. А так, ну, очень-очень здорово. И мне кажется, ну, состав супер крутой и оправдывает себя просто... Цена оправдывает себя в несколько раз. Поэтому я безумно довольна. Оставлю вам ссылку внизу, если вы еще не заходили на сайт Allure.box и Glamour Bag. И всем советую присмотреться. Всем пока!